Физкульт, привет, друзья. Вы знаете, сейчас идет акция у меня на YouTube-канале, кто присылает видео с тестовой тренировкой или просто со своей тренировкой. Неважно, ученик вы мой, пользуетесь ли моими советами или просто тренируетесь сами. Каждый, кто пришлет адекватное видео, может получить доступ в мою закрытую группу персонального тренинга. И под видео некоторыми уже прислали люди некоторые видеоролики. Вы их видели на канале. Если не видели, заходите, посмотрите. Разные люди, парни, девушки присылают видео со своими тренировками. На мой взгляд, это очень интересно. И задаются вопросы мне в комментариях под этими видеороликами. Зачем я выкладываю видео, к примеру, если там не моя ученица, не мой ученик, и выполняются упражнения, которые я вообще не рекомендую. Друзья, ну, во-первых, мне хочется делать наш с вами канал интерактивным. Что это значит? Это значит, что могут выкладываться, высказываться различные варианты подхода к тренингу, к питанию, к жизни. А когда вы видите, что кто-то выполняет какое-то упражнение, которое я не рекомендую, вы это видите, или вы видите, что человек неграмотно, неправильно делает ту или иную технику в том или ином упражнении, вы это замечаете. Так вот, друзья, неужели вы не понимаете, что это основная моя задача? Не давать вам рыбу, а дать вам удочку. И когда вы видите, замечаете все эти тонкости, нюансы, для меня, как для тренера, как для человека, который пытается рассказать, показать, объяснить порой все свои мысли касательно тренинга, касательно питания, техники, и вы это видите у других, замечаете, то это значит, что вы будете контролировать себя. Это значит, что если вы тоже являетесь тренером, берете на себя ответственность тренировать людей, замечательно, вы видите, вы, значит, не просто так я что-то делаю. И если какое-то видео выкладывается, значит, или пишется статья, оно преследует какую-то определенную цель. И каждый здравомыслящий человек понимает, для чего это делается. Не нужно оскорблять, унижать людей, присылавших мне видео и видео, которых я выкладываю у себя на канале. По той простой причине, что люди достойны уважения просто потому, что встали на путь здоровья, правильного, грамотного питания, тренинга. И мы просто не имеем права их оскорблять, осуждать. Подсказать что-то где-то, с чем мы не согласны, да. Мы обязаны, как люди, понимающие, разбирающиеся в технике. Но делать это нужно грамотно. Вы знаете, я не терплю оскорбления в чужой адрес, особенно тех людей, которые доверяются, присылают мне свои видео или пишут какие-то комментарии. Я могу стерпеть оскорбления в свой адрес, ну, потому что понимаю, что человек, который оскорбляет, набирает в рот говна, плюется, ну, я могу отмыться, а человек говна уже поел. И точно так же, надеюсь, размышляете, думаете и вы. Поэтому, друзья, давайте делать канал Heavy Metal Gym действительно по-настоящему полезным, интерактивным, где есть место любым точкам зрения, где каждый человек, адекватно мыслящий, выражающий свои мысли в видео, в комментариях, имеет место быть. А мы с вами все будем дискутировать. Дискутировать по
вопросу техники, по вопросу подборов упражнений, по вопросам подхода к питанию. Вот сейчас я скоро выложу ролик, очень-очень интересный, на мой взгляд, ролик. Прислал парень, 31 год ему, Андрей его зовут. Он не просто вегетарианец, он веган, да еще и сыроед. И начал тренироваться, опять вернулся к тренировкам по моим рекомендациям. Ну, не конкретно напрямую, а, как и многие из вас, просто читая статьи мои и смотря мои видеоролики. Я выложу этот ролик, потому что мне очень много приходит вопросов, можно ли тренироваться вегетарианцу. А здесь человек веган, сыроед. Я никого к этому не призываю и сам не придерживаюсь этого, потому что к такой практике, это уже, можно сказать, духовная практика, нужно прийти самостоятельно, только своим путем, только своей душой, головой, сердцем. Кто в теме, я думаю, тот понимает, о чем я говорю. Точно так же, как и не стоит, конечно же, оскорблять жирных, толстых людей. Они уже сами себя оскорбили своим внешним видом. Мы можем только как-то грамотно, даже если подшучивая, подстегивать людей к изменению своего внешнего вида. Ведь вы не будете терпеть, чтобы ваш ребенок ходил в грязной одежде, не чистил зубы, был неопрятным. А это, друзья, то же самое. Когда вы не заботитесь о своем теле, это не может быть вообще просто. И не может это свидетельствовать даже о том, что вы больше заботитесь о своей душе. Нет. Мы с вами живем в этом материальном мире. Мы с вами, хотим того или нет, находимся в обществе, в системе, в матрице, если хотите. И мы просто обязаны в первую очередь из уважения к себе, а самое главное, к нашим близким людям, следить за собой. Следить за собой и внешне тоже. Нет, я понимаю, что есть, встречаются мужчины, парни, которым нравятся такие пышные формы. Но это исключение. И это миф, и это неправда, когда говорят, что толстый человек там добрее. Нет, это неправда. Если мужчина, которому уже за 30, имеет серьезные жировые отложения в области талии, не дай бог еще бедер, это не говорит о том, что человек достиг какой-то определенной мудрости. А таких людей часто считают мудрыми, потому что они ведут себя так спокойно, вроде бы рассудительно говорят. Но это говорит только об одном, что это уже не мужик. По той простой причине, что физиологически это показывает о очень низком уровне тестостерона. Спросите любого андролога, грамотного эндокринолога, и он вам подтвердит мои слова. И такой человек не мудрый, такой человек обиженный жизнью, к сожалению, природой нашей современной, экология, питание. Мы просто не можем сейчас поддерживать уже высокий, а точнее сказать, необходимый уровень тестостерона в мужском организме после определенного возраста. В сферу того, что экология, в сферу того, что бизнес-индустрия проникла везде, питание сейчас не содержит ни микро, ни макро нутриентов, практически отсутствуют витамины. И все это вкупе понизило со времен Второй мировой войны уровень тестостерона в 50 раз, в 2 раза. Понимаете, если раньше, к примеру, было 100% нормой, то сейчас нормой сделали 50%. Да, именно так. Возвели в норму минимальные показатели. По той простой причине, что медики ничего не смогли с этим сделать. И посчитали, что это уже современная норма. И поэтому, если у вас низкий уровень тестостерона, это говорит о том, что он у вас практически отсутствует. И даже если он у вас на высоком уровне по современным
меркам, это тоже не говорит о том, что у вас все в норме. Смотрите на себя, если вы обрастаете жирком, мужчина в области талии, в области бедер, это очень большой риск. Во-первых, это риск всех сердечных заболеваний. Я не говорю сейчас об эстетике. Во-вторых, это риск вообще просто всего вашего здоровья и того, что вы не проживете долго, потому что тестостерон – это мужской гормон, основной мужской гормон. Можно сказать, что тестостерон – это мужчина, он его делает мужчиной внешне и он его делает мужчиной внутренне. Без тестостерона мужчина не мужчина во всех смыслах этого слова. И, друзья, не нужно приводить, что все это индивидуально. Индивидуальности в нашем мире практически не существует. Как бы мы ни хотели считать себя супер индивидуумом, на самом деле, если вы копнете глубоко в философию, вы поймете, что мы с вами в основной своей массе это стадные животные, которые думают так, как принято в нашем обществе, в нашем окружении, которые имеют моральные принципы, те, которыми навязаны обществом. Мы не говорим сейчас, хорошие или плохие. Мы говорим о том, что индивидуальности практически не существует. И особенно еще интересный момент, о чем я всегда говорю, но я в андеграунде, что нету на самом деле серьезных индивидуальных особенностей в построении тренировочного процесса. Если только вы не являетесь выступающим, подчеркну, даже профессионалом. По той простой причине, что физиология, биохимия у нас так устроена, что у всех у нас мышцы, показатели мышечные, там, роста или силы, зависят от одних и тех же факторов. Медиаторами выступают одни и те же факторы. И посмотрите на любой другой вид спорта. Везде есть конкретные, грамотные тренировочные планы. И это не просто так. Индивидуально люди тренируются в основном только получившие травму. Но почему-то в бодибилдинге мы так любим выделять себя, что мы такие индивидуальные, нам нужна такая индивидуальность. На вот этом нашем эго играет вот эта вся бизнес-индустрия. Нам с вами продаются индивидуальные под нас подстроенные программы тренинга. Но если вы возьмете их, просто сравните, посмотрите, они в принципе идентичны для всех. Базовые упражнения, и будут расти у вас мышцы. Не существует упражнений, которые могут как-то воздействовать определенно на конкретный участок мышцы. Мышца всегда сокращается целиком и полностью. Она не может сокращаться отдельным сегментом. Понимаете? Если квадрицепс, то во всех упражнениях на квадрицепс работают все четыре головки. Нельзя каким-то отдельным упражнением задействовать только капельку или только внешнюю, только внутреннюю часть квадрицепса. Все это мифы. И мы с вами, веря в это, почему я так говорю, потому что я точно так же, как и вы, развиваюсь, постоянно нахожу у себя ошибки в технике, в теории. И именно поэтому я призываю всех присылать свои видеоролики на тему питания, на тему тренировок, отдыха, на любую тему, так или иначе, связанную с нашим движением, железным движением. И хочу сделать канал Heavy Metal действительно по-настоящему открытым для всех. Каналов, рассказывающих о тех или иных суперзвездах или людях, достигших каких-то серьезных высот, полно. Что зарубежных, что отечественных. Но канала по-настоящему народного нет. Именно это я и хочу сделать. А многие начинают меня за это критиковать. Ну, друзья, во-первых, канал мой, что хочу, то и делаю, да? А во-вторых, все-таки, несмотря на то, что у меня канал не развлекательный, уже скоро 100 тысяч подписчиков, это тоже о чем-то говорит. И пускай на это ушло 4 года, но, друзья, я не верил, что вообще наберу даже 10 тысяч.
потому что думающих людей мало. В основном мы все с вами загружены работой, социумом, тем или иным. И у нас практически не остается времени на философию жизни, что очень-очень печально. Ну что, друзья, я приехал уже в зал, поэтому и надеюсь, что свой посыл, который я сегодня пытался донести до вас, дошел. Обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях. Я выложу это видео, как всегда, тоже на YouTube. А еще в стационарных постах постоянно пишите ваши вопросы, замечания. Все это помогает развиваться. А если вы сделаете видеоролик и пришлете его мне, вообще будет просто шикарно. Особенно, если вы с чем-то не согласны. Если вы считаете и видите глупость в том или моем утверждении, совете. Для меня это очень важно. И я говорю открыто, что я выложу этот ролик на канале. И вы сможете донести свою мысль, показать, что я не прав. Роликов и комментариев достаточно, где хвалят меня. Но все равно присылайте свои ролики. Можете меня не хвалить, просто говорите открыто, какие советы вы используете, какие вам помогают, какие не помогают. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Жду ваших комментариев. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале.